31 марта в танцевальном зале городского центра «Досуга» прошел первый открытый отчетный концерт молодежного творческого объединения «Студия «Восьмая нота». Концерт стал настоящим событием для нашего города. Он собрал большое количество любителей рок-музыки Десногорска. В начале концерта благодарственные письма от Комитета по культуре и молодежной политике нашего города были вручены группе «Рубикон» Десногорск и группе «Ярус» из города Рудня. Дорогие друзья, вам всем творческих успехов желаю. Ваша музыка необычная, интересная. К сожалению, не все ее слушают, но если бы не вы, мир музыки очень много потерял. Поэтому вам вперед, удачи, всего хорошего! Организаторы продумали все до мелочей. Мощный звук в зал, профессиональная подзвучка сцены, видеосопровождение концерта, грамотно подобранное световое решение. Ведущая концерта Александра Сливина справилась со своей задачей на отлично. Она не только профессионально вела программу, но и прекрасно общалась со зрителями. В концерте приняли участие десногорские рок-группы «Восьмое отражение», «Рубикон», «TFC», «Interdictions and Ashes», а также группа «Ярус» из города Рудня, «Бешеный рецепт» город Рослов, «Metal Strings» из Смоленска. Открыла концерт десногорская группа «Восьмое отражение», которая, кроме своих композиций, исполнила известные песни рок-групп «Алиса» и «Зоопарк».
Хедлайнерами концерта стала группа Metal Strings. Концерт длился более 3 часов, но зрители и не думали расходиться. Настолько сильно они прониклись атмосферой рока и металла. Организаторы концерта благодарят за помощь Комитет по культуре и молодежной политике, городской центр досуга, молодежный центр нашего города. За помощь в техническом обеспечении группу «Ярус» из города Рудня, а также всех, кто принимал активное участие в организации и проведении концерта.